Привет всем! Снимаю третье видео по лечению максиматоза. Вот, прошло 3 недели. Вот, как видим, кролик, практически все раны зажили. Вот, немножко на носу. Сейчас вот поближе. Ну, в принципе, способ помог. Вот, можно увидеть вблизи. Раны возле глаза, которые были, ну, конечно, нос был сильно опухший, но вот еще немного осталось. Ну, на глазах практически ничего не осталось, небольшие раночки. Ну, способ работает. Вот что видим на ушах. Ну, кролик теперь уже нормальный.